Всем привет! Сегодня первый день осени, и сейчас зацветает Бодлея, королева бабочек. Красивый цветок, по-моему. Осенняя сирень. У меня появилась одна загадка. Конец лета, первый день осени, а на деревьях шуршит кто-то так, что даже нельзя даже спать с открытым окном, а с закрытым еще жарковато. Моя задача – это выяснить, кто так шумит на деревьях. Пару лет просто какофония. Послушайте сами, разве возможно с таким спать? Такого раньше у нас не было, поэтому это и запасло. Такие концерты я слышала только на берегу теплых морей. А вот теперь и у нас. Все, кого я спрашивала, все приписывают этот звук сверчкам или кузнечикам. Попробуем разобраться. Кузнечиков действительно очень много, но это дневные насекомые, а не ночные, поэтому это не они. И поют они сравнительно тихо. Я вот проверяла и сняла, как они поют. Ничего похожего нету. Ой, он заметил, от меня убегает. А теперь сверчки. Сверчки активны в конце весны, в начале лета. И звуки их не похожи, они сверчат. Вот кто мешает нам спать. Это цикадка буйволовидная. Вот она какая. Просто мастер маскировки. Его просто так не увидеть. Тем более большинство цикад на деревьях. И действительно, это пришелец с юга. Она попала к нам 100 лет назад из Северной Америки. Вернее, не к нам, а в Европу. А потом уже к нам. Еще в 1940 году ученые предсказывали широкое распространение этой цикадки. И вот в 54-м она в Молдавии. В 59-м в Армении. В 60-м в Азербайджане и в 1963 году в Закарпатье. И вот теперь она мешает нам спать в север Украины. Вот вам и изменение климата в картинках. А насекомое хоть и вредитель, но все же интересное и очень красивое. Оно действительно как бычок, если спереди посмотреть. У него рожки, как у бычка. Вот, посмотрите, какая-то другая цикадка. Их очень много видов.
Они просто очень высоко на деревьях и очень-очень осторожны. Они могут убегать, прятаться и улетать. Интересные насекомые. Надо будет о них узнать побольше. Эта загадка разгадана. Всем пока. До новых встреч. Нас еще ждет много интересных приключений и экспериментов.